люблю автобусы больше, чем трамваи. Сяду на пятнаху и уже не опоздаю. На работу я стараюсь приходить только вовремя. Раз почуял волю, опоздал, чуть не уволили. Офисное утро со стаканом чая. Более 2000 трудобудней за плечами. Более 2000 обедов недоеденных. Более 3000 сигарет послеобеденных. Радость от проделанной работы нулевая нахуй. Все мои проекты шеф не глядя разрывает нахуй. Реально ли дождаться социального подъема? Повлияют на карьерный рост бумажный объем. На корпоративник подтянулись по углам я. Всячески стараюсь не привлечь к себе внимания. Если девушка посмотрит искоса нехотя. Не ласкают женский взгляд угри и хлопья перхоти. В школе было хорошо, в институте хуже. На работе снизошло, я никому не нужен. Раньше алкоголь наполнял души радостью. Теперь, когда бухаю, то уже не улыбаюсь я. Вечером после работы сраный телевизор. Нету никакой заботы для соседей снизу. Голоса не подает неделями мобильник. Если просыпаюсь от звонка, это будильник. Нам с тобой! Голубые небеса через жалюзи офиса. Или после смены из окна микроавтобуса. Нам с тобой! Голубые небеса через жалюзи офиса. Или после смены из окна микроавтобуса. Понедельник, грустное утро, на работу надо. Мой комбинезон, который год дышит на ладан. Утреннее зарево не вызовет в душе волнения. Равнодушный взгляд засунул в рыбные пельмени я. На родной завод спешу я с раннего утра. Вокруг меня взрослые, дети, кто куда. Ну а я заводской, я по улицам не бегаю. В голове уже шаблон, сколько я сегодня сделаю. Просто я хуярю, не ебаться сколько лет. Сам начальник руку жал, сказал, что мне замены нет. Это значит, мне не светит перспектива роста. Это значит, что меня снова опустили просто. На работе, как и дома, все одно и то же. Презирают мужики, жена терпеть не может. Что толку стараться проводить время с пользой, если все мои знакомые меня просто используют. На износ работаю, на вынос отдыхаю. Отдаю жене и детям все, что зарабатываю. До последнего рубля с ними не общаюсь. Из-за этого хорошим мужем и отцом считаюсь. О происходящем узнаю из телевизора. Выражение ведущей в книжечку записываю. Веду статистику просмотра роликов рекламы. Жирным шрифтом ввожу футбол в телепрограммах. Нам с тобой! Голубые небеса через жалюзи офиса. Или после смены из окна микроавтобуса. Нам с тобой! Голубые небеса через жалюзи офиса. Или после смены из окна микроавтобуса. Его проекты шеф не глядя разрывает, и вообще... Вообще ему CV нравится, так отвечаю, говно какое-то. Я тебе кричу, нормальный тип. Все его проекты разрывает нахуй. Все проекты МС Василия тоже разрывает нахуй. Я когда включаю МС Василия, колонка разрывает нахуй, потому что такой... Потому что она не выдерживает такого говна, отвечаю нахуй. Потому что такого флоу вообще не выдерживает ни одна колонка. Ну ёбаный в рот. Вот на волосах. Ну читаем, как чувак.